Всем привет! Давно я не снимал видео про свой старт шоссе. Вот, ну, видео немножко не про старт шоссе, а про то, чем я его комплектую. То есть у меня шоссейные колеса на 29, и мне для моего старта шоссе Харьковского велозавода необходимо периодически менять камеры. Вот у меня старая камера, если ее так всю пройти. Тут видно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заплаток. Ну, так бы вроде бы ничего, потому что у меня на одной камере есть и 18 заплаток. Камера на 29, для колеса на 29, вот так будем говорить. Но на этой камере, видите, какое несчастье случилось. Вот где сосок, через который мы качаем, переходит в камеру. Вот, если видно, я думаю, должно быть видно на камеру. Вот здесь появилась, ну, оторванная часть. Я его до конца не рву, то есть у меня есть надежда проклеить. Но перед тем, как клеить, тут видите, вот какая заплатка, я все-таки решил заказать камеру с AliExpress. Почему я ее заказал с AliExpress? Сейчас буду распаковывать ее. Потому что пробежался по велосипедным магазинам города Барнаула. И получилось у меня так, что, ну, нет таких камер. Раньше они стоили, ну, 1,5-2 года назад. Где-то от 120 начинались они, потом 150, 160. Дороже не покупал. Ну, вот эта камера на самом сайте AliExpress вместе с доставкой стоила 280 рублей. Ну, там без... сейчас скажу, без 60 копеек, что ли. Сейчас обязательно покажу на компьютере. Короче, распаковываю я эту камеру. Еще ни разу я видео не снимал, как с AliExpress получал посылки. Эту посылку мне заказала моя сноха Татьяна. Вот я ее попросил, у нее там зарегистрировано все. Ну, то есть можно было самому, конечно, но я пока не зарегистрирован в AliExpress. Поэтому решил я заказать через нее. Она мне много что уже заказывала. Вот сейчас я его распаковываю. Ножницами, наверное, чтобы аккуратнее было. Можно. Ни разу, еще раз говорю, ни разу не распаковывал. А! Такая упаковочка, такая вот, полиэтиленовая пленка заклеена скотчем. Вот так вот, тадам, открываем. Вот она. Вот она вот так вот, видите, в пленку упакована. Здесь сверху такая вот смягчающая, как бы, прокладка. И вот она, камера сама в упаковке. Ну, как в обычном магазине, только пришла из Китая. Достаем камеру. Вот она, она. Ой-ой-ой-ой-ой. А они-то мне прислали, смотрите, какой сосок длиннющий. Это, скорее всего, камера для велосипедов с карбоновыми колесами, высокими такими ободами. Вы посмотрите, насколько она длиннее. Да... Вот и заказал, вот и поставил. Ну, в принципе, поставить можно, но только что-то уж сосок совсем длинный. Вот он. Не знаю, смогу ли я, так сказать, поменять. Это опять несколько недель ждать. Посмотрим. Ну, конечно. По размеру сейчас посмотрим, по длине. Так, измеряю длину, ну, где-то сантиметров, я имею в виду сосок, сантиметров, ну, сколько, на 2-3 сантиметра выше, то есть длиннее моего. А сама камера, можно сказать, один в один. Вот так вот. Да, интересно, интересно, зачем же они его таким высоким сделали? Ну, в принципе, все то же самое, колпачки, все то же самое.
А камера вот так вот получилась. Поставлю, обязательно сниму видео, как она будет. Ну, балансировка немножко нарушится. Ну ладно, что теперь сделаешь? Ладно, всем пока. Я не знаю, будете ли вы заказывать, но вот такая вот ситуация. Да. Сайт, с которого заказывали. Вот видите, здесь написано резьбовое значение. Так, так, так. Вот оно. Вот резьбовое значение, мышку видно. Велоспорт, камера, колеса, шины, 60 мм резьбовое значение преста. То есть преста — это вот этот вот ниппель. Вот этот вот ниппель. Он должен быть высотой, вот как у меня. Вот это мое. Вот 60 мм. А здесь я замерил 80 мм. То есть на 2 сантиметра новая камера, вот это резьбовое значение, длиннее. То есть перепутали китайцы. Ну, будем протест пробовать оформлять. Такие дела. Всем пока. Еще раз. Сама камера 208,76 рублей. И доставка 72 рубля 98 копеек. Итого 281 рубль 74 копейки.